суровый край, где властвуют морозы, а летом зной и комары. Покинут люди, идут обозы от моря до самой Колымы. Они идут по кочкам и болотам, бывает, речки переходят вброд. Что поделаешь, такая уж работа, и на лице всегда бывает пот. Пасут стада и днем, и ночью, под дождь, жара и пурга. А тундра ни курорт, ни Сочи не выжить людям без труда. Им жить приятно на природе, для них он лучший материк. Каждого из них в простом народе зовут коротким словом тундровик. Слово короткое, но ёмкое. Оно вмещает в себя весь смысл жизни людей, которые родились, выросли и кочуют вместе с оленями, таких, как эта семейная пара – Екатерина и Егор Делянские. Утро сегодня хорошее. Ну, благоприятствует этому загону. Угу. Природа нас радует. У дочки каникулы, чтобы она посмотрела оленей, как загон идет. Что такое олень? Так мы не кочуем, поэтому мы привезли ее, чтобы она посмотрела, познакомилась, как это делается. Раньше работали мы старые оленеводы, стаж около 30 лет. Живем в поселке, решили вывод. Буран новый приобрели, решили приехать. А так мы ее учим, чтобы она выделывала шкуры, потом шила, краила. Национальная традиция, чтобы она не забывала, вот, чтобы она знала. Да и наши бабушки, дедушки здесь тоже кочевали. Моя бабушка здесь, моя мама 30-го года. Ну, ее бабушка, то есть моя бабушка, тут тоже ее стоянки были, и она тут рыбачила, и в оленеводстве была тоже. И наши вот предки и так. Мы так и стараемся, чтобы дети тоже наши были... Знали, что такое олень. В оленеводстве не хватает молодых работников. Но нельзя сказать, что их совсем нет. Николай Волков работает оленеводом 15 лет. Отличник сельского хозяйства. Сами контролируем вот эти места свои. Маршрут один у нас, а там уже летом, допустим, летом, осенью посуда уже, допустим. Вот так, сами уже. С поголовья у нас вот в данный момент, ну, 2600, 2700 работников у нас, 7-8 человек. Семейная у нас, две семьи, так, ну, в основном родные, но родные и семьи уже отдельно уже идут. В основном, конечно, родители здесь, поэтому и постоянно, вот, и так и буду работать до последнего тоже. А что, молодежь, конечно, в основном, конечно... Деньги, в деньгах все. Ну и почему? Много людей работает, молодежи. Все равно работает. Ну вот так и будем продолжать. Ну, все. Ну мы же как кочуем. На оленях ездим, все. Ну, сложнее, конечно, получается. Почему? То, что бураны уже. И буранами возишься, и еще с оленями. Ну, если бы, конечно, с одними оленями возились бы, тогда бы. Проще было бы, но а здесь получается, что и с буранами, и с оленями уже так. Поэтому и не ездишь в основном. Ну, мало ездишь. А так-то умеем ездить, можем. Можем кочевать сами, все. И будем кочевать так. Родители мои, вот папа, вот мама. Они родом все отсюда. Его родители работают тут же. Отец Волков Спиридон Дмитриевич является наставником стада номер 9. Был длительное время бригадиром. Сейчас все передал сыну. Сейчас я наставником здесь нахожусь. Подправляю, где советую, где чего там. Данный бревен трое. Вот старший, младший есть и дочки есть. Младший поселке работает. Дизелистом, да. По наследству передал свою, как мне свое время, оба мой отец передал.
И так, считай, семейная дальше пошла. В сложный период я нахожусь в поселке, а такой более-менее легкий. Вот зима, там, осень, я нахожусь все время здесь. У меня отчим тоже работал долгое время, всю жизнь почти бригадиром работал. Потом он передал мне. Я здесь, наверное, из всех, кто здесь на Галявине находится, родился непосредственно в палатке. В декабре такой холод. Моя родина здесь недалеко. Даже если считаю, она незаметно прошла. Вот так. Все время здесь я в тундре нахожусь. Детей моих почти она, вот моя хозяйка воспитала. У старших оленеводов осталась ностальгия по тем советским временам, когда было хорошее стимулирование работы, был почет и уважение к оленеводам. Тогда-то было при Советском Союзе. Благо-то побольше было, чем сейчас. Обслуживание получше было, вот, в частности, палатки. Вот если, вот, допустим, 1-2 года первое место займешь, давали буран. Вот и такие. И призы были хорошие, минимальные. Ну и авторитет у оленевода был побольше, чем сейчас. А сейчас что-то все изменилось. И сейчас как бы нам, особенно мое поколение, трудно настроиться под это поколение, под это время. Вот такая разница вот между прошлым и вот настоящим. Ну, опять-таки не скажешь, что сейчас мы плохо живем. Сейчас цивилизация поднялась, все интернет, телефоны, все есть. Тогда-то не было. Одним раз и жили. И вот нам тоже трудно догонять молодежь. Вот мы, я лично вот с ней, с этим телефоном даже не умеем обращаться. Вот. И приходится догонять. Ну, мы сами понимаем, это все надо нам. И вот мы сейчас выходим, и я сыновьям своим молодежи настаиваю одно, они меня учат другому, это, современному там уже. Как с интернетом или с тем ли телевизором обращаться. Поневоле интересно. А куда нам уже, куда деваться? Надо. Ну, если уж так пошло, современные мы стали уже. Мы уже никуда не денемся. Техники побольше. Тех же буран хотя бы. Не будем дорого брать. Ну, от оленеводства-то мы куда денемся? Мы здесь вот сами так же, у нас техники хватает, почти у каждого человека. И все мы умеем один по неволе кататься, потому что мы потеряем это все. Мы это понимаем. Но у меня-то наставники были в основном все старики. И все знаменитые старики, вот такие вот, все орденоносцы. У меня был отчим Николай Андреевич Дичков. Вот он много дал мне совет. Потом дядя мой, Иннокентий Яковлевич Горулин, он тоже очень заслуженный человек. Потом Василий Петрович, он вообще был орденоносцем. Иван Иванович Аттох, вот. Иван Макарович Вельвин, вот они все такие орденоносцы были. По району, по крайней мере, они все их знали. Вот я среди них есть. С ними и работал. Вот это мне разве что дало. Надежда Волкова, хозяйка Иранги, мать Николая и жена Спиридона Дмитриевича. Познакомились мы как. А он после армии как раз только приехал. После армии приехал, потом учился. По соседке. Жили по соседству, а друг друга не знали. Я его вообще не знала. Не стал нигде ходить, искать. И она, видимо, не стала нигде искать. Вот соседки. Живем уже 34. Это судьба так расположилась, да? Я не разочаровывалась. Сама Надежда родом с поселка Колымское. И она благодарна родителям мужа, которые многому ее научили. И первый раз в тундру ее вывезли именно они, чтобы показать, какая она. Весной мы выехали, в мае месяце. Едем, короче, с Колымского. В тундру первый раз. Приезжаем уже почти, ну, в тундру уже доехали. Я говорю, а где тундра? Они говорят, дедушка говорит, вот. Я смотрю, везде все пусто. Ну, и одно это кустика, ничего. Для меня это было вообще
Она ожидала ты увидеть куча палаток или там. Я представляла, что здесь если 10 стад, думала, все в одном месте. Столько яранок, я думала. Оказывается, одна, ну, две там яранки были. Вот. Когда первый раз такое впечатление было вообще. Потом говорю, где олени, вот, ну, стадо-то? И они как раз вот сюда шли. Я по бинокле посмотрела, увидела, они сюда бегут. Я быстрее в ирангу забегаю, как будто они вот-вот прямо. В Колымске живем и не знали, что вот такое когда тундра. Когда потом мы летовали здесь все лето с бабушкой. Я вот там как раз-то это все и прочувствовала, вот эту тундру. Кочевала я только в летнее время. Обычно, раньше, со стариками, вот с его родителями. Вот они как-то, ну, опыт у них уже большой же. Я вот смотрела на них и чему-то научилась. И сейчас она мне это очень пригодилась. Когда первый раз, конечно, это было для меня, конечно, это все новое. Но зато поработала я с ними. Летом летовала одна, чем работница тоже была в молодости. Ну, дети были. И вот благодаря, конечно, родителям, вот его, вот это все у меня осталось. Ну, моя мама-то совсем с Мегина Кангаласского района, родина, а отец уже колымчанин. По нации-то я якутка, а муж юкагир, а уже коренной. Как обычно, хозяйка яранги самая первая встает, ну, как бы печку топит и готовит уже. Приготовить им еду. Отправить всех на работу. Младшая сестра хозяйки Римма Гавриловна Тарасова. Тарасова Римма Гавриловна, младшая сестра моей Надежды. Я Надю младше на один год. Мы с ней вместе росли, как двойняшки. Я закончила в 1984 году Владимирское культурно-просветительское училище, режиссер клубных мероприятий. Я клубный работник, директором в нашем клубе. Села Колымская. И вот мне 30 апреля исполнилось 50 лет, я ушла на пенсию с клуба. И при клубе у нас есть АКБ. Но это я сохранила с советских времен. И при клубе у нас есть народный чукотский коллектив «Ярар». Там у нас был руководитель, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, заслуженная мастерица, народная мастерица Неустроева Анна Дмитриевна. И мы ежегодно на осенний и весенний кораль выезжали с концертной программой. И у нас в то время тогда начинал только в национальных одеждах выступали. И вот, и каждый раз мы, клубные работники, со своей агитбригадой, мы очень тоже работу вели, изучали фольклор. Вот эти вот все знатные оленеводы, как сказал вот, да, Спиридон Дмитриевич, все прошли через клуб. То есть они нам помогали познать, что такое тундра. Но мы приезжали наездами. Но мы уезжали, ну, на неделю приедем на кораль, приезжаем в поселок, какая-то скука у нас по тундре. У меня в душе очень хотелось посмотреть самое лето. Осенний, весенний кораль, то я уже, ну, так представляла же, да, тундру, но я лето никогда не видела. И я вот впервые в этом году своими глазами. Ну, конечно, это не, так не расскажешь, да, все. Это нужно самому все пережить, испытать и увидеть. Я очень рада, да, тому, что мои родственники здесь, и что они меня пригласили сюда. Я вот пролетовала, да, 6 месяцев я в тундре была, и мне очень обидно, как коренной жительнице, да, что я не знала, где я живу. То есть у меня только был поселок, и все, да. И очень много у меня научили здесь. Я приехала на обум, ну, и не знаю, да, и учили меня вот племянник, и вот молодые оленеводы. Я очень рада, что я стала отличать оленей. Вот мы приедем, то, а, олени так олени, да? А тут, оказывается, весной они такие, да, линяют, да, потом. Ну, вообще, ну, все я познала, что такое обоз, вот эта кочевка. Тоже первый раз все я это увидела.
это очень интересно для меня. И, ну, я научилась скоблить, сушить, благодаря тоже моему племяннику. Я очень рада, что вот всегда вот мы сидим, у нас вечерняя трапеза называется, чай пьем, перед сном беседуем. И обязательно перед глазами все наши старики, наши уважаемые, все, ну, наши жители знатные, или не вот ветераны, все они же ветераны тыла, но они все равно как будто бы с нами. Ну, я почувствовала. Я по национальности якутка, мы же росли в советское время, родители только говорили по-якутски, но у меня тяга всегда была знать такой тоже национальный язык. Оказывается, в тундре невольно, вот даже я не знаю, да. Вот сижу и шью, и зарождается музыка действительно. Именно такая. Ну, не такая эстрадная, как сейчас, да, в поселке, а именно что-то такое. Ну, я очень многое увидела. И каждый день было мне новшество. Я очень рада. Естественно, я хочу посмотреть еще тундру зимой. В течение еще работы в клубе со всеми работала. То есть они мне помогали. Как приедет оленеводы старейшины, они у меня постоянно в клубе. В концертных, ну, номерах они чукотские, вообще национальную культуру. Они очень нам помогли понять, ну, и развила, ну, очень хорошо развивалась у нас. Нас заинтересовал и гость семьи Волковых Валентин Николаевич Чебуркин. Родом я Самарская область. Живу здесь уже давно, с 78-го года. После армии приехал сюда. Как же он оказался в такой дали? Чисто случайно. Моя жена жила в Якутске, работала в фотоателье центральное. Я после армии приехал к ней, и там, ну, тяжело было устроиться на работу, жилье. И нам посоветовали, там хороший человек, поехать на север, в Черский. И получил вызов и приехал сюда один сначала, а потом жену вызвал. Здесь родились у меня 8 детей. Валентин Николаевич поделился своими первыми впечатлениями о севере. Ночь, темно, никого не видно и никого не знаю. Потом случайно, ну, как видно, вела судьба так. Встретил в самолете своего однополчанина, служили вместе. Я даже не знал, что он в Черском живет. И приехал с одним рублем. Денег у меня не было вообще. И с этого рубля и началась вся жизнь. А супругу вызвал через год, когда купил дом, чтобы она могла приехать. И в 78-м году родился у нас первый сын. Работал 4 месяца в автобазе, а потом меня пригласили в райком комсомола, секретарем комсомольской организации СПТУ. А потом мы уже в СПТУ работал 3 года, 11 лет в школе работал. Сейчас в колледже 22 года в колледже. Постоянно и летом, и зимой езжу в стадо, помогаю, чем могу или что умею делать. Ну и дружим. С женой у нас нету других друзей. Вот, семья Волковых и все, больше никого нет. Они приезжают в Черский, у нас останавливаются, хотя у них родственник в Моновой. Мы приезжаем к ним в Колымск, только у них. Взаимное притяжение. И рыбачим, и что-то делаем, и у нас получается совместно. И помогаем друг другу. И дети выросли у нас одновременно. Так и... А познакомились мы вот со Спиридоном Дмитриевичем в 92-м году. И с тех пор дружим семьями. Вот, считайте, 22 года мы постоянно общаемся, помогаем друг другу. Он мне помогает, я ему помогаю. И сейчас уже дети выросли, друг другу помогают. Так что у нас, они меня дядей называют, я их племянниками. Это по телефону звонит мне
Братка здорова. Вот мы только на братка. Чем же его приворожила тундра? Что она ему дает? Душевное равновесие. Здесь простор, чистый воздух. Свежо, может, подольше поживем. Первый раз я тундру увидел в 79-м году, когда строил дом на участке здесь, в Севрюгино. Я тундру никогда не видел. И из леса выезжаю, и мне показалось, это море. Белое-белое, ни кустиков, ни травинки, ничего. Берег высокий, край леса. А дальше, думаю, море. Оказалось, это тундра. А потом весной начало таять, появились озера, появились трава, кусты, все. Вот. Потом я уже пристрастился и в тундре начал рыбачить. Балок построил. Вот мы со Спиридоном ставили сети вместе и рыбачили вместе. Так уже и по-другому не умеем жить-то. Корализация – это глобальное событие, на которое приезжают все, кто может, чтобы помочь оленеводам, а особенно студенты Арктического колледжа, для которых это хорошая практика. Я Испек Александр Иннокентьевич, я с Красноярского края, поселок Кисей. Вот. В этом году я закончил ЕГСХ, факультет ветеринарной медицины, и вот приехал сюда работать. Я здесь практику проходил, и поэтому я сюда приехал. Потому что здесь гостеприимный народ. Ваня Каургин. Учусь на первом курсе колледж народа Севера. Можно потом на повышение пойти. Так хочу на медицинский, а так пока еще это на оленевода отучусь. Ну, у нас в семье это полно, большая семья. Поэтому много работников. Надо уже какую-нибудь другую специальность иметь. У меня Чичков Юрий Александрович. Учусь в школе. Восьмой. Ты в будущем будешь оленеводом? Я, да, я зоотехник. Хорошо. Мне нравятся олени. Олени, потом Стас, посмотри, там это природа. И что еще? Цветы здесь растущие. Тундра для тундровиков – это их дом, роднее которого ничего нет. Это жизнь. Тундра для нас – это жизнь. Мы здесь как бы... У нас все традиции, обычаи здесь с тундрой связаны. Так, тундра для нас все. Олени. Природа. Да, природа, сама природа. Самое главное, это то, что мы, воспоминания хорошие. То, что мы прожили здесь, проработали и доказали, что мы можем работать. И вот хотим тоже детям, это своим детям, внукам дать это знание, чтобы... Не забывали, даже поэтому фотографируем, чтобы у нас память была. Да, тундра выбирает сильных, выносливых, самых целеустремленных. Тундра – это, как же сказать? Человеческие испытания. Да, самые настоящие испытания берет у человека, и поэтому остаются самые сильные. Выносливые. Ну, это, которые считают, что оленеводство – это традиция, наши обычаи, и они не забывают этого. Что такое кочевать, что такое ездить. Да. И мы желаем, чтобы в тундре всегда были олени, и были сохранены и традиции, и язык чукчей.